привітанні, дівчинки і хлопчики. Ні, не так треба. Салют, сім'я, добранок, до вас прийшов. Ух ти! Варог, це ти! Ой, не позвать. Я, але сьогодні я не Вара, а Зорка Реба, йоу. Ого! Ось чому ти так дивно виглядаєш? Так, а ведайте, який у мене нік? МС Смайлік. А-а-а, що у тебе, пробач? Нік, по-риберську гэта значыць імя МС Смайлік, йоу. Зразуміла, а што гэта за йоу такое? Гэта такое фірмовае рыберскае слоўца, яго можна ўсюды ўставляць. Ага-ага, ясна-ясна, йоу! А у вас добра атрымліваецца, можа і вам навучыцца рэп чытаць? Ой, чытаць я люблю, я гатовы, якую кніжку? Не, Лесік, по-рэперску чытаць, гэта значыць рытмічна вымаўляць пад музыку тэкст. Зразумеў, Лесік, кніжак не будзе. А, па праўдзе я ніколі не спрабаваў так чытаць. І я, але гатовая да ўсяго новага, праўда, Лесік, йоу! Праўда, йоу! Вось і цудоўна, падрыхтуем нумар разам, я вас навучу. Толькі спачатку вам трэба пераапрануцца. А як? По-рэперску. А наши глядачи покуль мультик поглядеть. Хотим рыхтоваться? Хотим, хотим! Ну як, теперь мы по-рэперску выглядаем. Так, по-моему, цудовно отрымалось. Сябры, а вам подобается? О, подобается, вось и добра. А мне нет, не звыкла. Лесик, терпи, цікаво ж. Ну, добра. А далее что робить? Треба и вам, Ники, рэперские имены придумать. А можно я буду рэпер МС Лес, йоу? А что, подыходить? А ты, Кася, який ник хочешь? А я не ведаю, да поможите. Ну ты у нас зайка. Може, МС Зая? МС Зая? О, мне вельми подобается. Йоу! Ось и судовно. Засталося только выбрать песню. А як вам гэта? Касюлесь, конюшину, касюлесь, конюшину. Не-не-не, Лесік, Лесік, не так. Чому? Бо рэперы спаваюць інакш. Ну так покажи, як трэба. Ну, вось, напрыклад, наша добраранковская песенька па рэперску будзе гучаць прыкладна так. Чакайте добра рана кожный день, йоу, кожный день, йоу, кожный будет день, йоу! Правильно, ну як, зразумелі? Ага. Здорово, і я так хочу. І я. Тады пачынаем. З вами рэп-гурт МС Смайлік, Лесь і Зая, сустракайте! Чакайте добра рана кожный день, йоу! Здорово! Тепер можна і Касюлесь конюшину проспівати у стилі реп. Касюлесь конюшину! Касюлесь конюшину! Ну, а зая жита жалоди на Леся поглядала! Ну что, Варвара, отрымалися з нас саправдные зайцы-реперы? Яще які! Мы с вами можем соправные концерты давать. Ага, репертуар поширим и наперед, йоу! Наперед! После занятков почнем рыхтоваться по-серьезному. Домовились. А зараз мультик поглядим, йоу! Йоу! А вось цікаво, какие еще музычные кірунки есть? Ой, их вельми-вельми много, Кася. Усіх и не перелічить. Ну, хотя бы один який-небудь. Тебе сучасный или любый? Любый, але самый незвычайный. Треба подумать. Что тут думать? Самая незвычайная была и застается опера. А, ведаю! Это такий спектакль, где все-все слова не говорить, а спевают. Правильно! Оперу придумали давно, але она догэтуль застаецца популярным видом музычного мастацтва.
Так, а вы были на оперном спектакле? Были, и мы вот сами нек по оперному спевать спробовали, памятаешь, Лисик? Памятаю, только это было вельми давно. А чому б нам еще раз не поспробовать? Суправда, чудовная идея. Так, сучасный рэп мы поспробовали. Теперь самый час перетвориться у оперных спеваков. Будем усё спевать. Кожное слово. Кожное слово. Здорово будет и весело нам, и вам, сябры. Я раю долучиться и разом с нами веселиться. А може подрихтуем оперный номер? Обов'язково. Только так само треба подрихтуватися до його. А ми подрихтуємося, так у глядачі будуть мультик глядеть. Ось що я пропоную. Что? Шановная публіка, зустракайте зорок. На гэты раз оперных Варвару, Лесіка і Касю. Мы для вас заспеваем увертюру до программы «Доброранок». Словы вам знакомые, тому долучайтесь. Чекайте «Доброранок» каждый день. Так. Кожний день. Так, кожний будній день. Хай добрим буде ранок. І увесь день. Ви не забудете нас. Ось так. Який у нас сьогодні незвичайний музичний добраранок отримався. І усе дякуючи тобі, Варочка. Так, малайчина. Значить, у мене отрималося зарадити вас добрим настроєм. Я ще як. О, чуєш? І наші глядачі говорять тобі дякую. Калі ласка, я вельми рада. Ну, а зараз, як ні шкода, час розвітватися. Треба у школу збиратися. Кому у школу, а кому і у садок. Так, але ми усім жадаєм. Хай добрим буде ранок. І увесь день. Ви не забудете нас. А ми вас! Тривайте, сябри! Ми, як заусюди, зустрінемося зранку у нашим